Всем привет! С вами Ярославна Громакина. Сегодняшнее задание наше будет под названием «Продолжи». Вы выбираете какое-то выражение, можете сами придумать, можете найти где-то в интернете и предлагаете вашим друзьям или подписчикам в комментариях его продолжить. Например, чтобы жить полной жизнью, нужно... Вот, каждый пусть продолжает. Или, например... Настоящее счастье – это, ну, пусть продолжают, обязательно хвалите всех своих комментаторов, всех своих друзей, подписчиков за их варианты, ну, конечно, за адекватные варианты, это бывают тролли, аккуратнее. Но, тем не менее, я думаю, что все люди взрослые, нужно поддерживать друг друга, играть в таких марафонах, поэтому продолжим.